Вот пятый час ночи, 4 часа, и кошки просят поесть. И вдруг пали нету, покричал нету, и она выскочила где-то. Я посмотрел на нее, бока пали, я понял, она окатилась и принесла. Стал ходить искать здесь, вот у нас вот столы накрытые большие тут с разными, ну, вещи такие, лагерные были. Гляжу, она шмыгнула, вот висит на окне палатка военная. Я подошел под палатку, посмотрел, а там шторка, она под шторку. Да где же она умудрилась найти? Оказывается, коробка. Да коробка-то это еще и упала. А там масло было. Вот она, коробка. И она, коробка, вот здесь стояла. Что у тебя там? Ну-ка покажи. Вон он, слепышок. Я оставил одну, подожди. Ну давай. Я тебя возьму. Нет, перетащу в комнату. Сегодня нет. Она стояла банка большая, 5-литровое масло. Она стояла на высоту и потом тут опрокинулась. Она не знала, что она не прочно стоит. Ну, она его хранит. Ну ладно. Смотри, это тут Володя-то нету, надо. У нас тут лодки, Библии. Вот показать даже где-то. Я не боюсь показывать. А что показывать? Бояться-то. А то вот полка на полке. Книги, 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 книги. Везде книги. Вот везде книги. Это на стене тут все это висит. Это где я тут живу. И здесь, куда ни посмотришь, книги. Под столом. Большой стол. Вот стол рассчитан на 10 человек с одной стороны, с другой 20. Поперек, которые, это веранда маленькая. И тут точно так же. И для того, чтобы сесть, специально Павел, брат мой, наварил вот такие вот из трубочек железные стулья. А вот скамейки, как бы доски лежат под низом здесь. Ну, здесь запасной сахар. Вот. У нас это все вырезанное, попутно показать. Доска такая, цельная. Это Андрей глухонемой сделал. Доски, красота какая. Мастер. Андрей Дробот, глухонемой. Это надо же так вырезать все. Я не знаю, что тут, разделочная доска какая-то или что. И все это... Ой-ой-ой. Мастер. Это вот Евангелие, это несколько тут, Новые Заветы, вот это вот смотрели, это я уж ночью показываю. Здесь Виктора Николаевича Савченко стоял большой экран, и вот здесь вот дети были так, в таком направлении, зал, смотрите, вот здесь вот еще 20 человек, когда пресс-конференции были, приезжали корреспонденты, свадьбы, и вот под этим вот все это книги. Буска, еще не ешь? Ешь давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 стань, вот они где. Ну-ка, входите, уходи, куда, куда? Это Бускины. Вот они. Ох, они как ее. Вот она зашла ночью. Пятый час ночи. Вот они под нее. Попутно показать. У Буски пара. Ну и там у одного оставили, там видно будет, это кто-то разбирает. Всех отнять, это ей тоскливо будет, первый, тем более первенец. Ага. Вот они под нее залезли. Ну, 12-го, это получается сегодня у нас 26-е и 13 дней. Ну, полтора месяца им. Очень шустрые, бегают, прыгают. Все, пока. Муху заметили и ловят. августа родились. Это рыжий котик. А это кошонка маленькая. Дырочку видала, носиком сунулась, а там дырка.
голову свешивает. Лететь далеко. На ножках стоит. Вот маленькие, уже все у них хищное. Муха поднялась повыше, одна муха залетела откуда-то, у меня мух нету. А она, вон она где муха. Ну-ка, рыжий, пойдем-ка на пол, а то упадете тут. Вот так. А вот она беленькая, голубоглазая чудо. Вот она. Надо с той стороны не бросается. Вот так. А чтобы так, голова к голове были. На ходу переворачивается. Сегодня 27 сентября. Воздвижение. Меня поздравляют с днем рождения духовного. Шесть лет назад, как будто сегодня это было утром. Так все живо, такая. Переворачивается. Надо же, двух месяцев нету. Вот все точно знает, как. А та, она слабее подается ему. Запах железный. Вот маленькая залезла тут у меня перед экраном.
познавание мира идет. А это в тапок залез. Полтора месяца. Вот надо же, какой походной. Полтора месяца как родился. Это высоко обрякнется, как он палит, обрякнулся, и голова боком так и осталась. Письмо уронит. Конверт. На архипелаг ГУЛАГ залезла. На солнышке греется. Вот к наушникам подошла. Познавание мира идет по полной программе. Там провода. Я там картонкой отгородил, и это вот коробка для переноса кошек. Вот перешла теперь, как слезть, не знаю. Загорожено. Что-то придумаешь же. Все, спать легла. Вот сегодня у нас 2 октября 2018 года. Ровно 50 дней этим котятам. Я первый раз налила молочка с кашкой. До этого они сосали мать. Все, с сегодняшнего дня она их подлизывать не будет. До этого она туалет справляла им. Вылизывала, нигде ничего не было. Но перед этим я уже вот сделал им туалет большой ходить. Вот на полметра шире. И вот они сейчас первый раз едят. Приедем в Барнаул, им уже будет без 2 дней 2 месяца. Ну, еще поживут сколько-то, да, куда одного отдать хотела Надежда Васильевна. Ну, там ложку облизывает. Еще не знает, откуда идет еда. Попробует дальше. Ну, сегодняшнего свежего молока дали мне Устинова Ирина. Мы там покупали все время. А тут я перестал брать, Володи нету, и я обхожусь. Ну, ради кошек взял сегодня. Да, говорит, еще 1,5 литра принесут вечером. Там деньги заплачены вперед. Вот так. Давай, рыжий, ешь, учись, все. Детство ваше кончается. В отроческий возраст переходить будете. Еще не знает мордочка, как запачкалась молоком, уж он ее вытирает.
Вот как все в природе устроено Богом. В туалет нисколько не учил. Заходит, сам заскребает. Вот по-легкому сходит. Вот. Ну, а теперь вопрос стоит по-другому уже. Беленькая более шустрая, это его сестренка. Сегодня 6-е. Ты что же такое делаешь-то? Вот, сегодня 6-е, еще 6 дней до 2 месяцев. Выпустил веранду. Буска повела свои. Там они уже все знают. Изучили. Надо на улицу выводить. Вот рыжик, а это вот сестренка белая, с серыми ушами. Вот они, первые минуты. В избе-то тепло, пошел. Ну. Это я закрыл туда подпол, лазят они из-под подпола на улицу, чтобы не упали. Ну, все. Ага. Вот давай с ними тут обихоть их. Учи уму-разуму. Буска подошла, Паля, познакомиться. Понюхала. Упали, там один тоже лежит еще, слепышок. Так. Все, пошла. А они-то куда пойдут? О! За порог заглянул и назад. Ух! Вот она его тут бегает, сестренка, более любопытная. Там водичка подошел. А и воды-то нету, надо налить. Они едят, она перестала сразу зализывать. Все. Пока кормила, лакционный период был, ее молоко было, она их зализывала, они в туалет не ходили. А сейчас надо приучить, где попало, начинает ходить и сразу к земле приучать. Вот рыжий кому-то Надежда Васильевна там в городе просили. У нас очень хорошие ловливые кошки. О. Ну, через порог перейдешь, новый мир начнется. Давай, Буса. Я закрою дверь, чтобы она не вышла. Давай. Вот они где. А. Все. Вот после первой прогулки пришли, покормил. Легли спать. Сестренка его обнимает. Он ей живот греет. Спиной своей рыжей. Через 6 дней будет им 2 месяца. Спят 2 часа дня. Набегались. А я съездил на поле, где убирает Игорь. Там заснял все.
в валенки можно было лезть, я поставил там распорки. И главное нападает, чтобы голова к голове была, поворачивается. Вот никто ее не учил. 2 месяцев нету. Рыжая это кот, а это кошечка. Два щенка, никогда такого не будет. Насколько изворотливые. О, рысь. Когти выпускаются, как гепарды. Из-под веника нападает. Раз. Он ей поддается, как ногами лежит. И главное, прыгает в воздухе, переворачивается, чтобы голова к голове были. Никогда не прыгнет так, чтобы головой к заду был. Все время вот так. И хвостом бьют, и ну все как взрослые. Никто ее не учил этому. И она по-другому не может, как бараны. Друг друга лбами бьют. Ну какие там мозги могут быть? В голове это каша. Эш, наелись, как пузыри. Молока принялся, мать сосут. Как налитые. Thank you.
надо ходить все время в туалет ходили. Как стали есть, теперь оправляются даже не в туалете. А это мне не нравится. Захватил, что рыжая это делает, пакость такую. Дальше мордой воткнул, так он тут утирался, умывался, тут лосьоны, как говорит, все употребил. Голубиным перышком играет. Я дал ему крылышко. А это спряталось. Сейчас она нападет на него. Все. И крылышко в стороне лежит. Хвостом бьет, как настоящий тигр. Так, теперь он ее сомнет. Ох, как пошла. Пять дней осталось до двух месяцев. Не дает крылышкам ему побаловаться. Теперь сама начала. Ну, вот надо же. Крылышко. Вот она его. Это лапши дал на молоке. Поели. Ну, сегодня 7. Сегодня 7 октября. У меня что-то продралась камера. Володя ремонтирует. Андрей заклеил. И выпустил первый раз на улицу уже за пределами веранды. Вот они, рыжик и белые бегают. Ну еще понравилось? Ой, хвост горбышом. Значит, зачем снимать? Познавание мира. Сегодня 7, 12 будет 2 месяца уже. Ну иди сюда, иди, рыжик, иди. Рыжий. Иди скорее, иди, вылазь. Вот он молодец какой. Давай, пухленький. Голубоглазенький. Ну, а тот познает мир. Опа. А упали один слепой еще только. Так, подошла и смотрит на них. Она им тетка. Они от одной матери с Буской, от рыжей.
Сегодня воскресный день, ничего не делаем, но транспорт у меня никуда. Вот я по просьбе моей. Смотрит. Ну, вот она белая. О. Так, под веранду полезла. Там она может потеряться. Там большое пространство. Я сверху. О, Володя испугался. Кот настоящий. Потерял сестренку. Она, вот она. Выскочила. Рыжий, не потеряйся там, рыжий. Ну все, можете пробовать. Че? Все, готово. Все, ну давай, давай положим там где-то. Это я взял камеру, эту покрышку натягивать. Вот такие вот. Спаси Христос. Ну.